Приветствую всех на своем канале. Сегодня будет небольшая распаковочка. Пришла посылка с сайта AliExpress. В посылке находится детская футболка. Футболка с принтом из игры Minecraft. Давайте откроем и посмотрим, что нам прислали. Аккуратненько разрезаем пакетик. В пакетике находилась вот такая вот футболочка. Достал футболочку из пакетика и понимаю, что на футболке не совсем фотопринт. Давайте откроем и посмотрим. Достал футболку, и оказалось, что это действительно не фотопринт, а прям краска нанесена на ткань. Вот, как мы видим, тут даже отпечаталось с внутренней стороны. То есть это изображение, по всей вероятности, лучше перенесет все стирки и повседневное ношение, что является приятной неожиданностью. Этот рисунок полностью нанесен на всю переднюю часть футболки, от верха и до низа. Задняя часть футболки черная. Давайте посмотрим, есть ли тут ярлычок, чтобы узнать, что тут за материал. Тут у нас ярлычок с размером 110. Ну, к сожалению, нигде никаких обозначений, из чего она сделана, нет. Но по ощущениям это не 100% хлопок, а в руках он чуть-чуть как бы скользит. Видимо, есть добавление какой-то синтетики. Швы на футболке все хорошо простроченные. Пока я визуально не вижу никаких дефектов. Вроде бы все хорошо. Футболку я на ребенка еще не примерял, но с уверенностью вот так на глаз могу сказать, что она соответствует своему 4Т, росту 110 сантиметров. Это видно на глаз. Вот такая замечательная футболка была сегодня в моем мини-обзоре. Ссылка на эту футболку будет в описании под видео. Всем, кому это видео было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а я пойду порадую своего сынишку. Всем пока!